Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по вязанию крючком рождественского ангела. Он будет довольно простым, подойдет этот мастер-класс даже для начинающих. Я буду вязать из пряжи двух видов – картопу этамин и ярнар этамин. Это очень похожие виды пряжи, но, на мой взгляд, этамин от картопу несколько жестче. Но такого же мягкого, как ярнарта, у меня нет под рукой. Буду вязать из того, что имеется. Еще мне понадобится бусина для головы ангела. Я взяла бусину 18 мм. И начнем мы вязание с обвязки бусины. Берем белую пряжу, набрасываем на пальцы кольцо амигуруми, фиксируем колечко воздушной петелькой. И внутрь кольца провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Вот, довольно плотное кольцо, отверстия нет. Теперь мы должны связать второй ряд. Второй ряд вяжем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Всего 5 прибавок. В конце второго ряда у нас должно получиться 15 столбиков. Прибавку мы вяжем 2 столбика без накида в 1 столбик предыдущего ряда. Итак, показываю. Столбик без накида и во вторую петлю предыдущего ряда 1 столбик без накида и 2 столбик без накида. Это была прибавка номер 1. В следующую петлю столбик без накида и еще в следующую петлю 2 столбика без накида, сразу 1, 2. Это была прибавка номер 2. Продолжаем чередовать. Итого по кругу у нас 15 столбиков. Третий ряд вяжем по схеме. 2 столбика без накида, прибавка. Всего повторяем эту комбинацию 5 раз. В конце третьего ряда по кругу должно получиться 20 столбиков. Четвертый, пятый и шестой ряд вяжем без прибавок и убавок по 20 столбиков по кругу. Провязан шестой ряд, седьмой ряд провязываем по схеме. 2 столбика без накида, убавка, 2 столбика без накида, убавка. Всего 5 убавок, в конце седьмого ряда по кругу должно остаться 15 столбиков. Убавки делаем за передние стенки петель. Показываю. Первый столбик без накида, второй столбик без накида. Дальше. Подхватываем переднюю стенку первой петли по ходу вязания, подхватываем переднюю стенку второй петли по ходу вязания. Провязываем вместе 2 передние стенки петель и потом провязываем 2 петли с крючка. Вот так вот выглядит убавочный столбик, его практически не видно в вязании. Повторяем эту комбинацию 5 раз. Первый столбик, второй столбик. Убавка номер 2 провязывается за первую переднюю стенку петли, вторая передняя стенка петли, провязываем 2 передних стенки и провязываем 2 петли с крючка. Это была убавка номер 2. Провязан седьмой ряд, теперь нужно обязательно вложить бусинку. Так, она вкладывается в натяжечку. Восьмой ряд вяжем по схеме. Столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка. Всего 5 убавок. В конце восьмого ряда по кругу должно остаться 10 столбиков. Столбик без накида. Убавка за передние стенки петель номер 1.
Дальше в 9-м ряду провязываем 2 убавки подряд. У нас уже практически смыкается отверстие, поэтому вытягиваем петельку. Я вытягиваю ниточку около 15 сантиметров, чтобы мне ее хватило для пришивания головы к туловищу. И теперь нам нужно набрать на нитку вот эти открытые стенки петель. Я ввожу крючок снаружи внутрь, подхватываю ниточку и вытягиваю ее наружу. Вторая стенка петли по ходу вязания. Третья стенка петли по ходу вязания. Я сначала ничего не затягиваю, чтобы мне было все хорошо видно. Следующая стенка петли. У нас передних стенок, свободных без ниточки, быть не должно. Еще одна передняя стенка петли. И последняя передняя стенка петли. Теперь стягиваем отверстие. Вот так. Вот такая бусина у нас получилась. Обвязанная бусина. Красивая белая. Это будет голова нашего ангела. Сейчас мы будем делать тело. Тело я вяжу также из белой пряжи. Аналогично набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Я фиксирую колечко воздушной петелькой. Дальше внутрь кольца нам нужно провязать 18 столбиков с одним накидом. Я вытягиваю петельку по длине столбика с накидом. Прижимаю пальцем вверх петли, оборачиваю петельку вокруг крючка, подхватываю рабочую нить и протягиваю ее сквозь первый виток. Подхватываю второй раз рабочую нить и протягиваю ее сквозь 2 петли с крючка. Таким образом я связала столбик с одним накидом в начале ряда. И еще 17 столбиков. 1, 2, 3, 4. Теперь берем за хвостик и стягиваем наше кольцо так, чтобы не оставалось отверстия. Завершаем первый ряд соединительным столбиком в первый столбик ряда. Вот у нас торчат передняя и задняя стенка столбика с одним накидом. Мы вводим в них крючок, подхватываем рабочую ниточку и делаем соединительный столбик. Вот так выглядит первый ряд тела. Второй ряд нам нужно сделать 18 прибавок столбиками с одним накидом. Повторяем, вывязываем столбик с одним накидом в начале ряда, вытягиваем петельку, прижимаем пальцем, оборачиваем вокруг крючка, вытягиваем первую петельку, подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли с крючка. Это первый столбик в начале ряда. Второй столбик с одним накидом в основании столбика в начале ряда. Таким образом у нас из одного места идет 2 столбика. Это и есть прибавка столбиками с одним накидом. Следующая прибавка столбиками с одним накидом, столбик номер 1. И в тот же столбик предыдущего ряда столбик номер 2. Всего по кругу у нас должно получиться 36 столбиков. Провязан последний 36 столбик, то есть у меня 18 прибавок в ряду. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Третий ряд провязываем по схеме. Столбик с одним накидом, прибавка столбиками с накидом.
Всего повторяем эту комбинацию 18 раз. В конце третьего ряда по кругу должно получиться 54 столбика с одним накидом. Также вяжем первый столбик с накидом в начале ряда. Столбик номер один. И дальше вяжем прибавку столбиками с накидом. То есть столбик номер один и столбик номер два в один столбик предыдущего ряда. Снова одиночный столбик с одним накидом. И снова два столбика с одним накидом в один столбик предыдущего ряда. Продолжаем чередовать до конца ряда. Завершаем третий ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Вот такой вот кружочек у нас уже получился. Дальше приступаем к вывязыванию ажурной части. Для этого провязываем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Вытягиваем петельку, провязываем первый столбик с одним накидом в начале ряда и в то же основание второй столбик с одним накидом. Дальше делаем 2 воздушные петельки и еще 2 столбика с одним накидом в то же отверстие. У нас получилась вот такая галочка. Пропускаем 2 петельки к ряду, 1, 2, и в третью провязываем ту же комбинацию. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и снова 2 столбика с одним накидом. Получилась вторая галочка. Продолжаем так чередовать до конца ряда. Завершена 18-я галочка. И четвертый ряд мы завершаем соединительной петелькой в первый столбик ряда. Следующий, пятый ряд, полностью повторяет четвертый, но нам нужно начинать его вот здесь, с места, с 2 воздушных петелек. Чтобы прийти к 2 воздушным петелькам, нам нужно сделать еще 2 соединительных столбика. Первый и второй. Вот с этого места мы снова начинаем чередовать. Первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом за арку из 2 воздушных петель. Дальше 2 воздушные петельки и снова за ту же арку 2 столбика с одним накидом. Пропускаем 4 столбика подряд. И вот сюда, в следующую арку из 2 воздушных петель, провязываем ту же комбинацию. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки, 2 столбика с одним накидом. Повторяем эту комбинацию для каждой арки из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Провязана 18-я галочка. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я делаю воздушную петлю, вытягиваю небольшой хвостик и обрезаю ниточку. Вот такое вот платьишко у меня получилось. Дальше беру нить контрастного цвета. Это может быть золотистый, голубой, розовый. У меня вот такой вот нежный фиолетовый. Я присоединяю чуть в стороне, вот здесь, для того, чтобы мне было удобно ввязать оба хвостика. Ниточку присоединяю вот так, воздушной петелькой. И начинаю обвязывать столбиками без накида. На каждую воздушную петельку один столбик без накида. И на каждый столбик с накидом предыдущего ряда также один столбик без накида. Обратите внимание, хвостик я прокладываю вдоль работы и ввязываю его
во время вязания. Тут идет цепочка из двух воздушных петелек, значит, я делаю 2 столбика без накида за цепочку. Дальше по столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда и снова 2 за цепочку из двух воздушных петелек. Теперь ввязываю белый хвостик. Также прокладываю его вдоль работы. И вокруг него обвязываю столбики без накида. И последний обвязочный столбик без накида. Соединительная петелька в первый столбик ряда. Я вытягиваю петельку подлиннее и обрезаю ниточку. Пока откладываем этот кружочек в сторону. Работать с ним мы будем чуть позже. И сейчас будем вязать крылья ангела. Дальше вяжем цепочку из 10 воздушных петелек. Фиксируем начало вязания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11 петелька на подъем. Пропускаем первую петлю по ходу вязания и, начиная со второй, провязываем в столбики без накида. Первый столбик. Десятый. Первый ряд представляет собой 10 столбиков без накида вдоль цепочки из 10 воздушных петель. Дальше делаем воздушную петлю на подъем и поворачиваем вязание. Всего нам нужно таким образом провязать 10 рядов по 10 столбиков без накида. Каждый новый ряд начинаем с воздушной петельки на подъем и поворотом. Провязан 10 ряд по 10 столбиков без накида. Завершаем вязание воздушной петелькой с вытянутой петлей. Обрезаем ниточку. Вот у меня первая заготовка крылышка. Вяжем второй такой квадрат. Довязан второй квадрат крыла. Теперь начинаем обвязку. Берем фиолетовую пряжу и присоединяем ее в одном из свободных уголков. Дальше начинаем обвязку по одному столбику без накида в каждом ряду и по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. По ходу вязания не забывайте ввязывать хвостики. Мы подошли к уголку. В уголке нужно провязать 2 столбика без накида. Первый столбик у нас пойдет к вот этому краю. Второй столбик повернет нас на вторую сторону и немного сгладит остроту угла. Дальше прокладываем хвостик, не забываем его ввязывать. И идем обвязкой по второй стороне. Снова угол. В углу провязываем 2 столбика без накида. И дальше снова провязываем по одному столбику на каждый ряд. Третий угол. Снова провязываем 2 столбика без накида, ввязываем последний белый хвостик и по второй стороне
цепочки провязываем все те же 10 столбиков без накида. В уголок провязываем второй столбик и завершаем ряд соединительной петелькой. Первый столбик ряда я еще провязываю воздушную петлю, вытягиваю ее и обрезаю ниточку. Вот такое вот крылышко в фиолетовой обвязке у меня получилось. Обвязываю второе крылышко. Теперь нам нужно связать нимб. Для этого вяжем цепочку из 19 воздушных петелек. 1, 2, 18, 19. Аккуратненько соединяем соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я вытягиваю петельку чуть длиннее, чем обычно. И обрезаю ниточку. И вот эти два свободных хвостика связываю между собой двойным узлом. Первый узел и второй узел. Берем ниточку и делаем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Дальше в первую петлю цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Снова 3 воздушные петли. Соединительный столбик в нашу центральную петлю. Дальше 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом в ту же петлю. 1, 2, 3. Дальше 3 воздушные петельки и соединительная петля в первый столбик ряда. Теперь вытягиваем ниточку подлиннее. Вот смотрите, что у нас сейчас имеется. И обматываем ниточкой серединку нашего бантика, ну, наверное, в 10 витков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко выкрутилась. Так. И теперь на изнаночной стороне я завязываю узелок. Ниточки я не обрезаю, потому что в большинстве случаев я за них буду привязывать этот бантик к самой игрушке или какому-то другому изделию. Расправляем наш бантик. Вот так вот он получился. Все детали ангелочка у нас уже связаны. И теперь начинаем собирать нашу игрушку. Для этого мне понадобится толстая цыганская игла. Сначала нужно спрятать кончик нашего платьичка. Я ввожу иголку в середину наших петелек. Видите, с этой стороны иголки не видно. Она уходит в толщу столбиков с одним накидом. Ввожу ниточку в иголку и протягиваю ее внутрь наших столбиков. И еще немножко. Все, достаточно, ниточка спряталась хорошо, лишний кончик можно обрезать безбоязненно. Так, теперь смотрим, что нам дальше нужно делать. Мы кладем лицевой стороной вверх нашу салфеточку, отсчитываем от вот этого места, где у нас идет соединение. Это 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Значит, нам нужно протянуть эту ниточку вот сюда. Привязываем обе части друг к другу. Делаем узелок. И по аналогии вводим иглу под столбики без накида. И прячем туда кончик. Кончик спрятался достаточно. Лишний кусочек можно обрезать. Теперь нам нужно вот так вот вывернуть вверх по линии, где у нас начинается ажурный рисунок. И вот так раскрываем наше платьечко. Дальше берем голову нашего ангелочка. Я возьму иголочку покороче. Первый стежок я делаю ровно в центр. И потом вывожу немножечко в бок. Теперь иголочку ввожу чуть в стороне головы. И вывожу ее приблизительно там же, с другой стороны головы. И фиксирую также чуть-чуть сбоку. Таким образом я голову закрепила в трех точках. В центральной и в двух точках справа и слева от центральной жилки головы. Теперь мне нужно сделать незаметный узелочек. Я его делаю под воротником. Снова закладываем воротничок так, как он у нас был, и одеваем на голову. Расправляем аккуратненько косичкой. Ним можно подшить, можно подклеить. Если он, как у меня, расположен в натяжечку, то можно его ничем не фиксировать. И сейчас кончики нимба я спрячу. Вот так он выглядит сзади. И вот так он выглядит спереди. Дальше нам нужно будет пришить наши крылышки. Я соединяю крылышки между собой, связав двойным узлом оставшиеся кончики. Прячем кончики под столбики без накида. Лишний кончик обрезаем. Пришивать крылья ангела я буду обычной тонкой иголкой с тонкой ниткой. Выкладываем крылышки таким образом, чтобы нижний край был под платьем, а верхний торчал уголочком. Вот так поворачиваем на изнаночную сторону и прихватываем наши крылышки вот так и вот так.
Вот такой миленький ангелочек у меня получился. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!